Ники. Шустик, воду. Алло. Привет, Саша. Привет. Это папа. Увидимся в пятницу? Давай. В пятницу у нас стоматолог. Так, тогда, может быть, в субботу? В субботу терапевт. Ну, а воскресенье? А воскресенье обещают заморозки. Шустик может простудиться. Мам! Хорошо. Всего один час. Yes! Так, стоп. Ты пойми, ты уже готов ехать сам, ты понимаешь? Ну чего ты боишься? Для того, чтобы чего-нибудь добиться в жизни, нужно быть самостоятельным. Ты меня понял? Готов? Так, ну, приготовились. Поехали. Педалями крути, крути педалями. Молодец, молодец. Хорошо, хорошо. Поехали. Молодец. Крути, крути педали. Какой ты отец? Тебе же ребенка нельзя доверить ни на минуту. Весь перебитый, весь в синяках, простуженный, насморк чихает. Это называется отец. Ну как ты можешь, как можно так к ребенку относиться? Я тебя не понимаю. Я тебя просто не понимаю. Но ты же прекрасно знаешь, что ребенок подвержен любой простуде, любой инфекции. Я с ним бегаю с утра до ночи по врачам. Я о нем думаю, а ты не думаешь. Ты за час его простудил. Ты за час, я не знаю, как может родной отец так относиться к своему ребенку. А завтра я опять буду делать ему компрессы, ходить по врачам. Ой. Я больше не могу. Шустик, обедать. Мам, я иду. Шустик, ты руки вымыл? Да, мам. А голова не болит? Нет, мам. А ты лекарство принял? Мам, я принял лекарство. Хорошо. Ты же понимаешь, как для меня важно это исследование. Вон здесь у нас врачи. Да им наплевать. Я третий раз даю анализы. Они все никак не могут нормальный диагноз поставить. У вас все нормально. Какой нормальный, если целый месяц ходить не могу, жить не могу? Ты почему не ешь? Шустик, я же переживаю. Я волнуюсь, понимаешь? А ты сидишь и молчишь. Ты же первый раз остаешься один. Как ты тут без меня? Я не знаю. Шустик, исследования могут продлиться несколько дней. А потом будет зависеть от того, какие будут результаты этого исследования. Понимаешь? Мне...